Русская Германия. Русская Германия. История в следах. В 1846 году великая княгиня Ольга Николаевна, вторая дочь российского императора Николая I, писала из Штутгарта в своем письме поэту Жуковскому: «Утешительно в минуту разлуки думать, что незабвенная бабушка Мария Федоровна родилась в этой земле, где мне суждено жить и где Екатерина Павловна оставила о себе так много воспоминаний. Там любят русское имя, и Вюртемберг соединен с нами многими узами». В одной из наших передач мы рассказывали о Екатерине Павловне Романовой, супруге вюртембергского короля Вильгельма I, рано ушедшей из жизни в январе 1819 года. 27 лет после ее кончины в Штутгарте появляется новая русская княжна – Ольга. Она выходит замуж за вюртембергского наследного принца, ставшего впоследствии королем Карлом I. Так же, как и ее отец, великая княгиня Ольга очень серьезно и ответственно подходила к своему образованию. Среди ее наставников были писатель Плетнев, протоиерей Павский, поэт Жуковский, которые привили ей любовь к литературе. Всю жизнь Ольга профессионально занималась живописью. В ее дневнике описан первый опыт обращения к масляной живописи. «Мой учитель живописи Николай Александрович де Заурвейт оборудовал для меня студию в дворцовой башне на высоте 100 ступеней. Оттуда я могу наблюдать за облаками и звездами. Он хочет научить меня писать быстро и эффектно. Я подхожу к этому осторожно, но уже копировала несколько работ в Эрмитаже». История в следах. После замужества, переезжая в Германию, великая княгиня Ольга увезла с собой много ценных предметов: подарки от родных, личную библиотеку и, конечно, собственные рисунки. Привлекательная, образованная, говорящая на нескольких языках, увлекающаяся игрой на пианино и живописью, Ольга расценивалась как одна из лучших невест в Европе. После свадьбы ее сестры Марии, которая вышла замуж за принца ниже ее по рангу, родители Ольги Николаевны желали найти ей перспективного супруга. Но прошел год, два, а в жизни великой княжны Ольги ничего не менялось. Приближенные недоумевали, как в 19 лет все еще не замужем? И только в начале 1846 года в Палермо, где Ольга находилась в сопровождении матери императрицы, пребывавшей там некоторое время, чтобы поправить свое здоровье, резко пошатнувшееся после смерти младшей дочери Александры, она встретила наследного принца вюртембергского Карла и согласилась на его предложение о женитьбе. Современники считали великую княжну красивейшей из трех дочерей императора. Решительно невозможно представить себе более милого лица, на котором выражались бы в такой степени кротость, доброта и снисходительность. Она очень стройна, с прозрачным цветом лица, и в глазах тот необыкновенный блеск, который поэты и влюбленные называют небесным, но который внушает опасения врачам. Июля 1846 года 23-летняя великая княжна Ольга Николаевна браковенчалась со своим кузеном, наследным принцем дома Вюртемберг Карлом Фридрихом Александром, будущим королем Карлом I. От августейшего родителя державная дочь получила титул великой княгини. Свадьба состоялась в Петергофе, целый день звонили колокола, иллюминации были украшены даже дома в Петербурге. Император пожелал дочери: «Будь Карлу тем же, чем все эти годы была для меня твоя мама». История в следах. Ольга Николаевна вместе с мужем проживала постоянно в Штутгарте и лишь изредка навещала Россию. В феврале 1855 года она, узнав о болезни императора Николая I, срочно выехала в Петербург, но отца в живых уже не застала. Несколько месяцев Ольга оставалась вместе с матерью, тяжело переживавшей утрату своего супруга. В 1864 году умер король Вильгельм I, трон наследовал Карл I, и Ольга Николаевна стала королевой Вюртемберга. Вместе с богатым приданым она привезла в Штутгарт светский блеск петербургских салонов.
Как Екатерина Павловна, она оставила о себе в Штутгарте добрую память благодаря неустанным трудам в деле благотворительности и милосердия, о которых со временем хорошо узнали в Европе. Во время франко-прусской войны королева Ольга возглавила организацию в помощь раненым – Вюртембергische Sanitätsverein. Ее дворец превратился в мастерскую, куда сходились добровольные работницы, женщины всех сословий. Королева встречала поезда с ранеными, заботилась об их размещении, навещала больных, утешая их словами и материальной помощью. Эта организация в 1921 году вошла в состав Красного Креста. В то время Ольга Николаевна прослыла в печати великим мастером, виртуозом благотворительности. В 1871 году в честь своей супруги Карл I учредил орден Ольги как награду за подвиги благотворительности и помощь больным и раненым. В 1872 году Ольга Николаевна объединила добровольных сестер милосердия в сестер Ольги – Ольга-Швеста. Их задача заключалась в уходе за больными, помощи престарелым людям или же раненым солдатам. Это объединение сотрудничало с больницей Хальброна, которая предоставляла возможность пройти медицинские курсы. Королева владела карандашом, резцом и кистью, искусно вязала и шила для бедных. В то же время Ольга Николаевна была истинной королевой. При дворе она устраивала блестящие большие приемы, балы, дипломатические обеды и концерты. История в следах. Она постоянно поддерживала связи с августейшими родственниками в России, переписывалась с ними, была очень дружна со своей невесткой, императрицей Марией Александровной, венценосной супругой императора Александра II, часто приезжала в Санкт-Петербург, любила принимать у себя родственников и друзей, офицеров своего шефского полка. Ольга собрала богатую коллекцию редких минералов и передала ее в образованный при ее активном участии Музей естествознания в Штутгарте. В честь этого события немецкий путешественник-геолог Фердинанд Миллер назвал одну из областей Австралии «Олгас». А французский селекционер роз Жильбер Набонан посвятил королеве Ольге специально выращенный ароматный сорт «Красной розы». Ольга организовала в Штутгарте несколько благотворительных учреждений. До сих пор существует больница Ольги и гимназия Кёнигин-Ольга-Штифт. В ее честь названы улицы Ольга-Штрассе и станция метро Ольга-Эк, а также дом королевы Ольги на главной улице Штутгарта Кёниг-Штрассе. Сохранился фасад резиденции Ольги Виллы Берг в пригороде Штутгарта. Ольга Николаевна, уважаемая и любимая всем народом королева Вюртемберга, скончалась на год позже супруга на 71-м году жизни 18 октября 1892 года. Русская Германия. Русская Германия. История в следах. Программа «Русская Германия. История в следах» выходит при поддержке фонда президентских грантов, общественной некоммерческой организации «Участие», радио «Русский Берлин» и Российского дома науки и культуры.